Очередная особенность западного образа жизни связана с нынешним сезоном. Итак, сезон сбора клубники открыт. В Германии существуют клубничные поля, и люди приезжают туда, собирают клубнику с грядки. При этом есть тебе не воспрещается, а наоборот, даже говорится, что это очень хорошо, если вы едите клубнику теплую, разогретую под солнцем, тогда она самая вкусная. Ты можешь приехать, сесть на грядку, налопаться до отвала, собрать небольшую шаля с килограммом или полтора, заплатить за это и уехать довольный домой. Многие при этом собирают действительно много по ведру и больше, делают варенье, и это выгодно, чем покупать клубнику в магазине. Почему такая цена, спросите вы, почему на полях дешевле? Ну, естественно, потому что экономится транспорт, экономится рабочая сила, экономится расфасовка и прочее. Вот все это в минус, и, соответственно, цена клубники становится чуть-чуть дешевле, чем в магазине. К тому же на поле вы можете выбрать, ну, самые спелые ягоды. Вам говорят, с какого места лучше начинать, и можете ходить туда-сюда целый день, пока вам это не надоест. Обходится нам дешевле, чем та, которую можно купить в магазине у фермера. В целом у нас выходит экономия 2 евро на 1 килограмм. Это связано с тем, что нам не нужно платить зарплату сборщикам урожая, а уровень их минимальных зарплат последние несколько лет в ЕС повышался. И это очень хорошо. Но зарплата рабочих – это важный ценообразующий фактор, который в данном случае не учитывается. Вот такая вот особенность для тех, кто, ну, грубо говоря, хочет просто бесплатно покушать клубники. Очень часто туда приезжают с детьми, потому что клубничное поле – это интересно. Детям нравится собирать свежие и красные ягоды. Ну, а родителям есть чем занять детей на выходные дни. Вкусно. Очень сладко. И одним словом, идея очень хорошая, счастливы и покупатели, и фермеры, у которых нет проблемы с тем, чтобы нанимать сезонных рабочих. В цене мне все равно, будет эта клубника дешевле или нет. Самое главное, что она самая лучшая и сразу с куста. В магазине клубника целый день лежит где-то на полке в упаковке, а здесь можно собрать свежайшие, напитанные солнцем ягоды. Напишите, есть ли у вас такие формы сбора урожая в вашей стране, и собирали ли бы вы клубнику, если бы вот так для вас она стояла? Приезжай, собирай, параллельно ешь сколько хочешь. Вкусно.